Всем привет, вы на канале «Вокруг Земли». Мы по-прежнему во Вьетнаме, город Вунг Тау. Очень что нравился этот городочек. Вот, мы, в общем, сменили апартаменты. Сейчас покажу, какие сейчас у нас. Ну, все по классике, да, здесь еще мультиварка, даже есть чайник, стиральная машинка, такой вот гарнитур. Ну, у них все похоже. Кухня, вот, с комнатой. В этот раз у нас трехкомнатная квартира. Вот, давайте начнем. Ну, покажу по классике, что-то туалет, ванна, уж они везде одинаковые, да, то есть душевая кабина. Вот. Тут все просто. Это получается вот как зал, гостиная, вот можно телевизор смотреть. Вот это обеденный стол, холодильник. Так, следующая комната. Свет не вижу. Вот она такая, но она такая маленькая прям, и здесь только прям вот спать чисто можно. Здесь вентилятор стоит, кондиционер, здесь нет в этой комнате. Вот такая вот комнатка. А здесь такой вот типа в шкаф встроенный за дверью, кстати, удобно. Вот, дальше, вот эта комната, ну здесь мы будем спать, здесь тоже шкаф, понятное дело, шкаф-купе, чтобы вещи оставить. Зеркало, столик, вот такая кровать. Здесь вот получается кондиционер, балкон большой тоже открывается. Сейчас так. Вот. То есть можно отсюда выйти, громадный балкон, и еще с зала можно попасть. Столик здесь, понятное дело. И в этот раз мы в прошлый раз жили на 4-м этаже, вот там вот в корпусе С, а сейчас мы в корпусе А живем. И вот мы жили там, вообще ничего не было видно, ни сосед, ничего. А сейчас вот 12 этаж у нас получается здесь. Вид на детский бассейн. Вот он, детишки плавают. И здесь, видите, все видно, что происходит на этажах у других людей. То есть вот все видно, да, то есть в этом радиусе. Нас-то не видно, а хотя здесь... Да, нас тоже с верхних этажей будет видно, то есть поэтому здесь нужно будет занавешивать. Вот. Ну, такой вид. На город, на море там даже видно немного. Стройка, смотрите, везде идет, краны. О, видите, краны, 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 краны. Строят, достроят без конца. Так, это у нас получается комната, да? Спальня. Здесь мы будем спать. А здесь это у нас обеденный стол, да, я уже сказал. И вот такой вот телевизор. Тоже столик небольшой и диван. Ну, в принципе, они все похожи, эти квартиры. Вот. Ну, жить можно. И суть в том, что вот эта вот двушка, ну, как бы трешка, да, она получается. Вот эти вот две комнаты и зал. Ну, хотя вот эта комната, она, ее можно было сделать, ее из одной сделали две. Потому что это вот эта комната, она очень маленькая, да, здесь только поспать можно. Ну, а так, для большой семьи, получается, можно спокойно жить. Здесь двое спят, и в зале можно разложить диван. То есть на 6 человек. То есть это для большой семьи сделано. Суть в том, что эта квартира даже подешевле оказалась, чем вот та предыдущая наша. Там была студия просто, получается, однокомнатная, а здесь трехкомнатная квартира. Ну, по деньгам получается где-то 1200 рублей за сутки. Вот этот номер. Соответственно, если вы приезжаете к компании, 6 человек, представляете, 1200 на 6 разделите, это получается, вы по 200 рублей скинулись, и сутки можете кайфовать, у вас своя комната есть. Ну, если тусовка, и приезжаете к компаниям, да, отдыхать. Вот как-то так. Ну, для семьи, в общем, нормально. Суть в том, что здесь самый главный бассейн, сауна, вот, и центр города, торговый центр. В общем, вот так вот, все. Будут какие-то вопросы, пишите. А, да, кстати, здесь разные, получается, хозяева, разные агентства. И как бы на букинге, когда будете арендовать, у них у одного офис здесь, у другого там. То есть они все как бы разбросаны. То есть это все вот большое здание поделено там на 15-20 каких-то агентств, компаний, агентств недвижимости. У них у всех разные офисы, у них у всех свои хозяева. То есть там мы жили у одного, здесь у другого. Вот так вот все получается. Ну, захотели пожить здесь, то есть в такой большой комнате. Тоже хорошо, почему бы нет. Вот. В общем, будем здесь теперь тусить. Вот такой вот вид вечером с нашего балкона. Это вид на город. Там
тоже стройка идет, дальше море, вот такой вид на соседей. Да, здесь, конечно, минус в том, что все видно, то есть как соседи живут, что они делают. Надо как бы все занавешивать. Обязательно. Вон, видите, хавают, на балконе сидят. Вон сидят, трапезничают. Любят они, короче, как тайцы тоже сидеть, на полу кушать. Им это нравится. Детский бассейн, до сих пор детишки плавают, кричат. Время уже 7:30. Вот у них горка, тут площадка. У них это все на 4-м этаже располагается, или на 5-м, не помню уже. Вот это дворик наш. Здесь всегда люди гуляют. Да, это вот даже получается, вот если ты живешь, если у тебя такая квартира собственная, то даже весело в какой-то степени. То есть постоянно свет, люди, на балконах люди, здесь люди. Сам можешь выйти поплавать, конечно, не здесь. Наш бассейн на 36-м, на крыше. А детский вот здесь. Вот такие пироги. Балкон громадный, конечно, лоджия прям очень большой. Не знаю, в таких квартирах жить, с одной стороны, весело, с другой стороны, ну, привыкаешь, наверное, ко всему тоже. И тоже столько людей, столько соседей. Самый кайф, конечно, это частный дом, наверное. Конечно, работать надо много там, но зато оправданно. Природа, баня, огород, это тоже по-своему очень даже, ну, лично мне нравится.